Милые девушки, вы когда-нибудь задавались вопросом, что мужчины хотят получить на 23 февраля? Вопрос непростой, и мы решили задать его им самим. Что бы вы хотели получить в подарок на 23 февраля? Завтраки. Браслет. Часы. Главное, улыбка и все, да? Кольцо. Браслет. Ну, наверное, часы какие-нибудь хорошие. Самое главное, поцелуй от любимых девушек, на самом деле. Возможно, браслет там. Часы. Цепочку. Кольцо. Носки. Вот это поворот! Ну, давайте посмотрим, что из этого есть в Санлайте. В магазине представлена новая коллекция часов, которые прекрасно дополнят любой образ сильного мужчины. Двое часов с хронографом. Они функциональные, минималистичные, отлично будут сочетаться как со строгим костюмом, так и со спортивной одеждой. И трое представлены в разных цветах, отражающих тренд сезона. Они подойдут как на каждый день, так и для особенного случая. Также в Санлайте стильные мужские аксессуары – запонки, перстни, кольца, подвески, браслеты, подходящие для создания идеального образа вашего мужчины. И тренд этого года – браслеты из полудрагоценных камней – оникса, агаты, яшмы и других – особенно хорошо дополнят образ спортивного мужчины. Теперь вы знаете, что хотят мужчины на 23 февраля. Дарите им подарки, которые им понравятся.